Всем привет, ребят! Ну что, пока там Red Dead вам обзорчик обновы, я уже пишу дальше видосик, с вас лайкосики, поехали ролить новую МБУ, нового героя, посмотрим, что он может, как он может и где он может. Он бездонатный. Так, увеличились, чего мне мест не хватает. О, ничего себе, сразу Фрея, ну это однозначно, ребят, лайк. Поехали дальше, посмотрим, как он падает. Хватит ли нам 500к на нового героя? Вроде как бы он не с официальных событий. Бугимен, ничего себе, посмотрите, как сыпет просто. Обалдеть. Малышник. Ну, рандомчик, давай, 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 чтобы я не мучился долго, как обычный раз, в прошлый раз. Так, смерть. Не знаю, что могу сказать по поводу обновы. В принципе, нормально. 13-й скилл ничего особенного там не дает, никаких мега прибавок не дает. То есть разница там будет небольшая, еще непонятно, как эти камни доставать. Plant Warrior. Поэтому я думаю, что это не смертельно. Гильдейская локация новая, интересно. Понятно, что без доната будет тяжелее докачать дальше. Им 12-й, я почитал комменты ваши, там и 12-й не особо. У всех есть, там некоторые прокачали, некоторые нет. Но это такое, в зависимости еще от сервера, где сколько каких плюх дают. Ну а так, в принципе, вы и так все поняли. Но тут уже у нас ввели сразу же следующий. Так, Влад Дракула, давайте имбу мне сюда. Так, ведьма. Я буду ржать, если он опять нам не выпадет и потом. Я помню эти видосы, когда докидывалось десятки паков ради того, чтобы посмотреть этого героя в действии. Так, ну давай, рандомчик. Включайся уже. Ну зачем мне эти держимые? 30к мы уже слили. Так, снова варлок. Рыцарь. Так. Кенди. Еще раз Кенди. Значит, сейчас что-то будет. Сейчас будет одержимый. Просто какой-то аут. Одни одержимые и Кенди падают. Что за бред, блин? Давайте сюда имбу. Тыква. Let's go. Ведьма. Варлок. Ну что-то вам не кажется, что одни и те же герои падают? Так, ребятушки, one moment, передышка, гружу вам видосик с обзором, который вы уже увидите. Так. Так, еще нет. Что я не досмотрел, Рибит. Давай его сюда. Ну, вроде как бы начало было неплохое, да, согласитесь. А сейчас дальше уже что-то печально начало падать. Где наша имба, рыцарь? Ну, почти похож. Вот интересно будет, как он будет выглядеть этот герой. Вот очень интересно прорисован, конечно, ну прикольно, не знаю, мне понравилось. Опять Кенди, да что ты сделаешь? Ну не знаю, лайкайте, если у вас такой же дроп, как у меня. Так, что-то мы ускорились и не посмотрели, есть он у нас или нет. Опять Кенди, блин, это жесть. Не, судя по тому, что у нас тут нету нового плюсика. У нас его нет. Это печально. Ловим дальше. У-у-у, ничего себе. Вот так вот троечка, ребятушки. И сразу же три зелени. И сразу же три синие. И опять три синие. Видите? Значит, сейчас будет где-то имба. Вот она имба. Асура. В принципе, Асура Ронин в связке с этим героем. То есть его можно будет... Ну, посмотрим, как он себя покажет.
Есть уже описание, нанесет 300% урона вражеским целям в области на 1,8 секунды, кулдаун 3 секунды, восстанавливает 30% здоровья, увеличивает собственную силу атаки на 46 секунд, время восстановления 2 секунды. Герой приносит шанс критического удара за базовый. Короче, какая-то мега атакующая новая имба будет. Мы должны его выбить. Мы должны его получить. Одни и те же герои падают. Я вот не понимаю этого рандома. Как знаете, как по спирали ходим. Друид. Итого почти 100к, ребят, у нас уже ушло. Тыковка. Эйка. Да, жесткий потный роллинг. Давно я так уже не выбивал. На английском, я думаю, мы выбьем. Однозначно. Давай, 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 давай. Давайте так вот ускоримся. И нету. Нету, потому что не засветилось. То чувство, когда понимаешь, что его мы сейчас не достанем. Но знаете, такая чуйка, что мы сольем 500к и нифига не вытащим. Вот есть это чувство. Затянули они немножко сегодня. Землеройка, нифига себе. Видали, как прет. Асура, Асса. Короче, новый щитоносец. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Космо, нифига себе, это уже жесткий роллинг, ребят. Такие имба-герои падают. Прикольно. 100к минус, 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 минус 100к, ребятушки. С вас 100к лайков. Зашел, поставил лайк, красава. Не поставил лайк, не красава. Началось, началось, началось вот это вот, знаете, туда-сюда, туда-сюда. Лазуля, это просто аут. Посмотрите, сколько мы героев уже вытащили. Та-т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 а
Дедушки, мы его выбили. Угу, конечно. Две землеройки размечтались. Поехали дальше. Поехали дальше. Ребята, две землеройки упало. Обалдеть. То чувство, когда у тебя куча имбовых героев падает, а ты ищешь какого-то одну залупайку. Давай, 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 давай. Ты ж бездонатный у нас. Такое чувство, там шанс, знаете, какой-то 0-0-0-0-0-0-0, потому что это очередная будет атакующая имба. Это просто, ребята, это просто вау, а не роллинг. Падают герои обалденно. Ну, конечно, 140к угрохали уже. 140к это сколько у нас там получается? Просто жесть. Да, один из топовых роллингов. 5-6 паков, 600 баксов, ребят. Минус. И это чувствую только начало. Ну, по сути, здесь самики только для этого и надо. Так как это у нас так же, как и на английском, тестовый ак. Ворожей! Кто там у нас еще? Анубиса мы не вытащили. Давай за 150 имбу. Ага, конечно. Дадут.
Обалдеть. Я-то уже обрадовался, когда там думал, не землеройка, думал, два этих упало. Оказывается, у меня землеройки не было в алтаре. Представляете, как обидно? Так, мое терпение уже начинает... Вот сейчас начнется трэш. Сейчас начнется этот трэш, кому никому не нужный. Бугимен опять. Да что ты сделаешь-то, а? Давайте вот так вот сделаем. Сделаем вот это дело вот так вот. Не знаю, что там упало. Он не упал, ребят. Он не упал. Он нам не упал. Он нам не упал. Сейчас вангую 25к. И третья землеройка. Третья. Это просто аут. Это просто, ребят, аут полный. Фрея еще одна. Где мой герой? Я не хочу тестить. Я не хочу тестить не героя, я хочу тестить своего героя. Отдайте мне моего героя. И того, и того, и того, и того, и того, и того, нифига, ребят. Не приходит, вот не приходит он сюда. Смотрите, смотрите, самики уходят. Все, зачетырили. Три землеройки, ребят, три землеройки и куча других героев, которых мы еще не видели. Ну, мы их еще не видели и не увидим, потому что мы не знаем, кто там выпадал. Ой, потно, потно. Потненько. Дерево. Так, ребята, секунду. Сори. Погружу вам видосик. Так, чтобы у вас было все вместе, чтобы вы нормально себя комфортно чувствовали, когда смотрите видосик, когда знаете все про обнову, и тут мы ускоряемся. И что? Нету. Нету его. Это печально. Сейчас я его открою. Терпение, друзья. Терпение, мы выбьем эту имбу по-любому. Так, давайте пока, ну там дальше, 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 дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Нифига. Просто тупо не падает. Ну, вы видите, в принципе, падают обалденные герои, но 250к у нас. Ворожей. Ведьма. Может, он как-то по-другому выглядит? Не знаю уже. Купидон. То чувство, когда, блин, падают одни и те же герои, я лучше бы вы уже не падали. Дайте мне его. Жесть, это паладин, ребят. Сейчас, one moment. Продолжаем дальше. Короче, что могу вам сказать? Это просто жесть. С такими темпами, как оно падает. Ну, в принципе, это нормально. Рано или поздно стоит этого ожидать. Так, где там мой... Так. Стоит ожидать этого, потому что давно-давно мы уже так трэшуем с вами, и... Вот так вот я вам набрал название
видоса и ловите его. Вы его посмотрите, потом посмотрите этот роллинг и будете знать, что я не теряю зря времени. Пилю, пишу, все как могу делаю для вас, ради того, чтобы у вас была оперативная информация. Но пока я ролю, нервно ролю уже. 250 это уже штука. Это вам не это, ребятушки. Это однозначно лайк. Ну, что могу сказать? Падает, конечно, круто. Но вот то, что надо, не падает. Точнее, здесь ничего не надо. Здесь нужен четвертая землеройка. Обалдеть. Вот это они забиндили землероек. Может, он заувелированный какой-то. Да что это такое? Где мой герой? Вот вангую, смотрите. Сейчас делаем вот так. Идем в рейд. Сейчас увидите. Сейчас, ребятушка, вы все увидите. Такс, что-то мы их посливали. Издевательство, просто издевательство. 4 землеройки, ребят. 4 землеройки. Знаете, они мне убрали этот шанс выбивания героев, чтобы я не делал так быстро обзоры. Так, по-моему, мы что-то выбили. Нет, мы ничего не выбили. Мы выбили непонятно. Непонятно, что. Поехали дальше. Седнушка. Ну, седнушки у нас еще, по-моему, не было. О, это жесть. Это просто жесть, ребятушки. Так, эльдийский магазин. Я надеюсь, у нас откроют его, чтобы мы посмотрели на него. Да. Что там по эльдийскому карте? Ну, такое себе, честно скажу. Не особо. Нехти. Не надейтесь на эльдийский магазин, что что-то там будет топовое. Можно будет купить за КГшки и за эльдийские награды, судя по всему. Блин, потный роллинг. Я уже запарился сжать. Знаете, это можно просто поставить на кликер и пойти себе. 300 тысяч, ребят. 300 тысяч, и это еще не предел. Мы его еще не выбили. Plant Warrior, ну почти похож. И где ты, мой? О, это жесть. Уже, честно скажу, не настроение ролить. Смотрите, одно и то же падает. Хочется просто его здесь выбить, потому что надо его ж протестить на максималке. Давайте сделаем вот так вот. Как вы думаете, сколько нам там имба героев упало?
не действует эта тактика. Не приходит он к нам. Блядь, 4 этих. Не знаю, сколько там у нас героев. Имбовых уже выбили мы. Но это просто жесть. Еще один космо. Нафиг. Это просто бешеный роллинг, ребят. Просто отпад. Это, наверное, один из, знаете, из таких самых топовых роллингов. Под... Не, были, конечно, роллинги там, где мы выбивали дофига-дофига всего. Хранитель. Стрелок. Махатма. Это просто аут. Я уже не знаю, сколько там нам надо будет. О! Это просто жесть. Так, ладно, давайте спокойный роллинг. 140 осталось. Как думаете, выбьем? Шанс, шанс очень. Командора. Я офигею. Тут, наверное, уже весь алтарь. Но я еще Анубиса, по-моему, не видел. И потом, знаете, злобные школьники пишут: я его достал за 1к, мне упал он с бесплатки. Ну, конечно, они падают. Кому-то падают с бесплатки, но это шанс. Шанс, шанс. Видите, правда. Что, что, что кому-то он упал за 150? Ой. Где ты, друг мой? Сто 20к осталось, ребят, Фрэнки. В любом случае, выбьем, не выбьем. Это мега-мега крутой роллинг, который стоил того. То есть вы видели, какие шансы на китайке. Опять же, за такое количество самов, если вы сейчас начнете играть, вы сделаете пул алтарь, вам ролить, опять же, только нового героя надо будет. Обалдеть. Он вообще есть или нет? Я не помню, сколько у нас максимальный герой, по-моему... Был 800, 800 или лям, что-то в этом роде. Вот это, наверное, второй по затратам герой будет. Я не знаю, сколько на него уйдет, но вот 400к улетело. И мы его еще так и не увидели. Но зато мы увидели кучу мегагероев. Фух. Как кто-то пишет, чередуйте, ну давайте. Уж я уже запарился. Ну этот видосик войдет, войдет как топовый. Как топовый трэш. Peace in me.
Я уже, знаете, 70-ка осталось, я уже понимаю, что это бред. Я буду ржать, если он вообще херня герой. Такс. Ну что? Блять, одни и те же герои падают. Это какое-то заклятие. Надо пойти слить аккаунт на китайке. Малышник. Нету. Аут, ребят. Это жизнь, боль. Это печаль. Воржей. Паладин. Вот я просто понимаю, что реально он тупо хрен упадет. Мы уже все повыбивали. Давно уже у нас такого трешечка не было. Давайте так вот на удачу. Фаст ролл на удачу. Выпадет, выпадет, не выпадет, значит. Значит, вы знаете, что будет. Давно у меня, кстати, уже на китайке сам унесли. У меня вообще давно уже не на одном аккаунте. Не, на десятке. Вру. На десятке в ноль сливаются. Интересно, в минус пойдет? И нифига, нифига не выбили. Короче, ребята, ставьте лайки. Руками-ногами ждите следующий видосик. А вот просто. Всем удачи, всем пока.